Свой визит в Сергиев Посад губернатор Московской области Андрей Воробьев начал с посещения одного из главных по социальной значимости строящихся объектов. Новый роддом должен появиться в Мишутино уже через год. Работы идут полным ходом. Как обстановка, как идет работа, сколько на площадке, когда закрываете контур? Наши планы таковы. Мы хотим монолитные работы закончить буквально в ближайшие 1,5–2 месяца, контур закрыть еще через 2 месяца, к исходу лета, чтобы в осенний период зайти уже в отделку, в отделение сети внутри корпуса. Строительство новых роддомов ведется по всему Подмосковью. Мы строим новые роддома, это хорошо известно. Через год с небольшим, после благоустройства, надеюсь, что в следующем году погодка будет все-таки весной более солнечная, чем сегодня. Мы будем сдавать 5 родильных домов и перинатальных центров. Это, конечно, рывок, который ждут огромное количество районов Подмосковья и прилегающей территории, и Владимирская область, и Ярославская, потому что туда мы стягиваем самых лучших врачей. Самое лучшее оборудование. И вот сегодня мы в Сергиево Посаде посмотрели, как строится родильный дом. Все идет по плану. Одним из пунктов визита губернатора в наш район стал парк «Скидские пруды». Туда по этому случаю пришли ученики 11-й школы, принимавшие активное участие в прошедшем недавно конкурсе скворечников. Один из них ребята подарили Андрею Воробьеву. Я надеюсь, что солнце выйдет. Мы поедем в Раменское. И ваш скворечник прикрутим на самое высокое дерево. От сельскохозяйственных ребят, от сельскохозяйственных школьников. Да, обязательно. 11-я школа наша. Спасибо. Пожалуйста. Молодец. И ты там будут жить. Вот этот скворечник мы вручим главе района Сергиево-Посадского, чтобы он завтра прикрутил. Будет отвечать перед дедушкой, перед тобой, перед всеми жителями. Хорошо. После Скидских прудов губернатор отправился на заседание попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Наталья Зайцева, Татьяна Трушкина, Алексей Галкин. День города.